Дорогие друзья, коллеги, утро доброе. 15 февраля на календаре, 2022 год по-прежнему. Портал Prian.ru начинает очередной вебинар, посвященный актуальным вопросам покупки зарубежной недвижимости, переезда, эмиграции. Сегодня как раз больше будем говорить и о конкретных проектах, и о эмиграции, потому что тема нашего сегодняшнего вебинара – гражданство Черногории. По-моему, в конце ноября или в начале декабря, обсуждая эту тему, в общем, в очень похожем составе, мы прощались в каком-то смысле с этой темой, потому что еще два месяца назад было известно, что программа Черногории завершается в конце 2021 года. Власти Черногории не раз и не два, не размахивая флагом, но, в общем, довольно уверенно говорили, что нет, продлевать мы ее не будем. И вот 30 декабря 2021 года, в тот момент, когда я уже начал резать салат, мне позвонили и сказали, все меняется, программа Черногории продолжается, и это была действительно очень-очень приятная новость. Почему она приятная? Что происходит с программой Черногории? И как сейчас приобрести объект в конкретном проекте и получить черногорский паспорт, мы обсудим сегодня с Юлией Готской, представителем проекта Montes Mountain Resort by Splendid. Юлия, здравствуйте. Здравствуйте, Филипп. Здравствуйте, Софья. И Софья Силина, вице-президент Apex Capital Partners по России и СНГ. Софья, здравствуйте. Добрый день. Дорогие друзья, чат у нас работает, запись традиционно будет. Традиционно, через пару-тройку дней по завершении нашего вебинара мы публикуем материал, и вместе с материалом и записью вебинара мы пришлем ее всем участникам нашего вебинара сегодня. Давайте несколько вопросов, как мы построим нашу беседу. Сначала мы с Софьей несколько слов о том, что, собственно, изменилось в программе и почему она продолжила работу. Потом с Юлией поговорим о проекте и о возможностях, которые открывает владение недвижимостью в Черногории. К тому же Юлия, открою секрет, не так давно из Черногории вернулась. В общем, из первых уст она расскажет, как и что сейчас происходит в этой замечательной стране. Ну и в завершении мы еще немножечко коснемся процедуры и того, как, собственно, уже успеть, может быть, слово не совсем хорошее, но завершить весь процесс на протяжении ближайших 10,5 месяцев. Софья, итак, в двух словах. Программа Черногории, что она собой сейчас представляет? Пожалуйста. Филипп, да, добрый день. Мы тоже ждали обновлений программы и вообще неких известий до самого конца года. И вот 30-го, как вы сказали, они прилетели и держали нас в жестком напряжении очень большое количество времени, потому что каждый четверг проходило и проходит заседание министерства, и вот в том числе на этих заседаниях всегда и выносятся вопросы под обсуждение, касающиеся иммиграционной программы. Но вот они тянули, да, и сделали такой небольшой подарок. Или большой подарок. Для нас это точно большой, потому что все предыдущие два года существования программы для Apex Capital Partners это были удивительные годы, такого количества клиентов к нам не приходило никогда в жизни с интересом к программе, с сформированным интересом. То есть на нас, безусловно, валятся бесконечные вопросы. Проконсультируйте, ответьте, почему не это, а то, а может быть, вот так. А тут к нам приходили люди просто уже с пониманием, что Черногорию хочу. Что так людей привлекает именно в черногорской программе, по вашим ощущениям? Ну, очень просто. Мы как бы предполагать, конечно, можем, но Черногория, понятно, нашему уху. Практически каждый россиянин посетил Черногорию за свою жизнь в детстве, юношестве или уже в зрелом возрасте. Яхтингом кто увлекается, очень хорошие там всяческие условия для этого. Море чистое, красивое. Природа безумна, безупречная природа, не буду долго об этом говорить. Кто был в Черногории, прекрасно понимает, о чем речь. Бухты, заливы, север Черногории, леса, сумасшедшая зелень, горы, реки, по которым можно сплавляться летом. Которский залив, в котором проживает такое количество различных животных и птиц, что просто диву даешься, и все это просто своими разными красками играет.
Да, конечно, не сейчас, но, кстати, сейчас уже мимозу можно привезти из Черногории, а вообще вот после того, как солнышко начинает припекать, очень классно. А сейчас, кстати, там второй год подряд выпало безумное количество снега, но это, я думаю, Юлия расскажет, так как она там была, а я, кстати, там не была уже год, и вот страдаю. Кстати, ну и про программу Черногории, что с ней, что в ней видоизменилось? Очень мало видоизменилось, она осталась все той же программой гражданства через инвестиции, ждать которую необходимо, ну, примерно 6 с небольшим месяцев до момента вынесения решения. В период прохождения процедуры due diligence к нам прилетают эпизодически 1, 2, 3, 5 вопросов дополнительных, иногда не прилетают. Цифры остались все те же самые, как вы только что видели на экране. 450 тысяч евро можно вложить в авторизованный южный проект, их там 4 сейчас. На севере 250, и это комната или доля в строящемся отеле, на севере отеля 11. Ранее сумма инвестиций в государственный фонд составляла 100 тысяч евро, но вот сейчас, как мы видим на экране, это 200, теперь два фонда. Теперь не два эскроу счета мы открываем для наших уважаемых аппликантов, а три эскроу. Ну и увеличился вот небольшой там плюс 1000 евро за содержание этого дополнительного эскроу. Что еще изменилось? Ну вот тут вот приятно, кстати. Больше мы не подаем документы, включающие медицину. Медицину Черногория изобрела в начале своей программы в огромном каком-то количестве, и там чего только не было, и анализ мочи, и кала, и рентген, и заключение терапевта, и всяческие прививочные сертификаты, и, в общем, все вообще, вот такие кипы бумаг мы только по медицине подавали, как будто это не весь, не бог весть что, но просто ни одна другая программа мира не содержит такую, не содержала. И не содержит такое количество необходимых анализов. Но вот сейчас этого нет. А что есть? Есть возможность подаваться гражданским браком. И одна из немногих программ гражданства в мире начала признавать гей-браки. Так что вот это два изменения. Ну и по документам вот это. И больше мы не подаем российские паспорта. Это называется ID. Итак, три основных момента. Программа формально, участие в программе стоит дороже по сравнению с тем, что было в прошлом году, на 100 тысяч евро. Это раз. На 101. На 101. И это из которых 100, это, собственно, взнос еще в один фонд, а 1000 – это, ну, побочные расходы, связанные с открытием счета. Все правильно. 101 тысяча. Технически ты открываешь и платишь эти пошлины, если я правильно понимаю, уже в тот момент, когда ты знаешь, что тебе одобрят программу. Нет. А вот и нет, Филипп. Все мы делаем, все инвестиции по черногорской программе делаются вперед, перед подачей документов на рассмотрение. Мы открываем за клиента по доверенности в Черногории, наш юрист открывает три эскроу счета и подписывает договор с выбранным девелопером. И все эти документы несутся в банк. И делается перевод. В случае, если, я что имел в виду, если вдруг, ну, не дай бог, по той или иной причине приходит отказ, вот эти вот вложения, что сохраняется, что, какие деньги удерживает государство, какие нет? Что государство удерживает? Это государственные пошлины, которых три в Черногории, так называемая application fee, 15 тысяч евро на главного аппликанта, по 10 тысяч евро на каждого зависимого члена семьи, и после пятого члена семьи по 50 тысяч идет эта пошлина application. Due diligence, если один человек подается, 7 тысяч, и если семья до 4 человек, 10, за каждого дополнительного по 1,5. И вот, да, и паспортная пошлина, пошлина за выпуск паспортов. Она небольшая, в районе 250 евро на человека. Вот это все является невозвратным инвестицией, невозвратным платежом. Плата за эскроу счета тоже не вернутся к вам. Но все основные платежи – это либо 450, либо 250. И по 100 тысяч в каждый фонд, если, не дай бог, происходит отказ, то в течение нескольких дней нужно подписать будет одну бумагу. И при подаче документов мы уже указываем, с какого счета осуществлен платеж. Все платежи на эскроу уходят с одного счета физического лица
главного аппликанта, и на тот же счет будет все возвращено. Окей, значит, смотрите, про деньги более-менее разобрались, друзья, если есть какие-то вопросы конкретно, ну, по счетам, пожалуйста, задавайте вопросы, и в чате мы сейчас опубликуем контакты и отдельно Юли и Софье, чтобы вы могли при желании связаться с ними по завершении нашего вебинара. Итак, вот плюс 100 тысяч более-менее понятно. Второе преимущество теперь, ну, 100 тысяч это не совсем преимущество, преимуществом является то, что теперь не требуется огромное число медицинских справок. Ну, это скорее, может быть, были временные, то есть проблема со временем, это просто было долго делать и нудно. Но то, что этого нет, это вроде хорошо. Все остальное осталось практически без изменений, как вы говорите. Да, все правильно. Скажите, пожалуйста, вот перед Новым годом был определенный наплыв, ажиотаж, и, соответственно, программа гражданства, в ней все структуры, которые завязаны на исполнение внутри страны всех процедур, работали с максимальной нагрузкой. Как это сказывалось на сроках? Вы нам сказали, что около полугода идет рассмотрение. Вот что сейчас? Едва ли напряжение несколько спало, потому что продолжается программа, а наплыв людей довольно велик. Ну, вы знаете, Филипп, напряжение все же спало, потому как то, что было с нами со всеми в декабре, это было too much, честно скажу, потому что когда мы подавали... В декабре только больше 70 заявок в департамент, и последнюю мы подавали несколько заявок 31 декабря. Наш офис в Черногории просто не спал и жил без выходных. Реально это было так. Но вот что касается сроков. Когда идет размеренный образ жизни, и вот сегодня приходящие к нам клиенты, подписывающие договор, они совершенно четко понимают, что у них есть время до конца этого года, они никуда не торопятся. Документы могут готовиться со стороны клиента, собираться до полугода. То есть, в принципе, мы понимаем, вот из-за того форс-мажора по срокам, которые мы наблюдали в конце 2021 года, что при нормальном режиме, при внимании к сбору документов, каждый аппликант и члены его семьи могут собрать полный пакет, чтобы передать нам на обработку, ровно за месяц. Это максимум, а то и за две недели. Угу. Поэтому... Давайте я сейчас включу слайд. У нас есть замечательный слайд, который показывает, а какие документы, собственно. Вот документы под... Вот он. Документы под программу Черногории. Но в любом случае, друзья, может быть, не все видят на экране. Тут довольно серьезный список, но я имею в виду по количеству. Но по качеству, в общем, никаких особых проблем сейчас нет. Ну, традиционно самое долгое – это вот справка о несудимости, да, если она где-то здесь есть. Справка о несудимости есть, безусловно, но есть много компаний, которые помогают сделать справку о несудимости за 1-7 дней. То есть это вопрос, условно говоря, вопрос денег уже. Да, да. Так она делается бесплатный месяц или платно, но несколько. Вы сказали, что практически, не всегда, но очень часто на вашей практике, особенно в последние месяцы, черногорские власти, или вернее компании, которые проводят эту проверку, обращаются за дополнительными документами, что-либо запрашивая еще. Что это такое? Какой наиболее типичный случай? Чем у них не устраивает базовый набор? Что проверяется? Самое типичное, это банально, их просто не устраивали некоторые анализы, которые предоставляли наши аппликанты. Медицинская? Да, да, и мы подряд получаем ежедневно до запроса, а дайте это, это и это. Из сложных, так называемых сложных, у нас много непростых случаев с нашими клиентами, потому что все же порог входа довольно-таки высокий, поэтому люди... Как правило, приходящие в эту программу имеют некий бэкграунд за спиной, историю происхождения средств. Им за 30, за 40, за 50. И при наличии такого бэкграунда есть много информации в открытых источниках, которая может показаться проверке, due diligence, не очень понятной. Например, у одного из наших клиентов структура его бизнеса включает до 50 компаний. Она огромна, потому что у него огромный бизнес в разных точках Российской Федерации. И все это было абсолютно непонятно. Это холдинговые структуры, там запутано совершенно. Вот мы помогали, мы получили дозапрос, и мы помогали им due diligence разобраться.
в этих хитросплетениях взаимоотношений компании с компанией. Помогли, получил одобрение, все хорошо. То есть, скажите, а, ну вот, как бы вы оценили строгость вот этих запросов и вот придирчивость вообще черногорцев не в абсолютном, ну, таком показателе, а в относительном масштабе, потому что вы работаете, ну, со многими странами и не только по программам гражданства. Я бы так сказала, Филипп, что черногорцам совершенно все равно, ну, по большому счету. Но проверку осуществляют не черногорцы, а либо британская, либо канадская компания, сильнейшие компании due diligence. А вот им как раз совершенно не все равно. И каждая due diligence компания нанимает детективное агентство внутри той страны, откуда аппликанты, начинает копаться. Если у нас украинские аппликанты, а их очень много у нас, то начинают копаться на Украине. Мы узнали там многие вещи, что, оказывается, есть санкции наложенные. Даже никогда не сталкивались с этим. Санкции, которые накладывает сама страна на олигархов внутри Украины. Такого нет в России, слава богу, пока. У нас есть свои там санкционные люди и ПЭПы, с которыми тоже очень сложно и иногда невозможно работать. То есть придирчивость самого due diligence, ну, по шкале 10, наверное, 8. 10, 11 – это на Мальте, а вот Черногория где-то до 8. Понятно. Окей, хорошо, давайте тогда еще к одному кадру обратимся. Вы сказали, что тут есть авторизованные проекты. Собственно, напомню в двух словах, и потом Юлия сразу же вам будет задавать вопросы. Итак, как сказала Софья, что не изменилось, в отличие от других программ, от многих других программ, не от всех, но от многих, в Черногории для того, чтобы претендовать на гражданство по программе, ты должен вложить средства не абы в какой проект, а во вполне конкретный. Проекты, одобренные государством. Таких проектов ограниченное число. И, в общем, ну вот, собственно, вот список их здесь есть. Они все находятся на там разной стадии строительства. Практически все, насколько я понимаю, находятся на разной стадии строительства, потому что это были проекты, создаваемые с нуля. Собственно, одна из историй программы Черногории, она связана с тем, что благодаря ей власти страны хотели поднять в том числе туристический кластер, что на юге, что на севере. Ну, на юге в меньшей степени, на юге там с туристическим кластером все более-менее хорошо, я думаю, так. Юль, давайте тогда с вами сейчас начнем разговор. Давайте. Итак, Юлия Готская, представитель Montes Mountain Resort by Splendid. Юль, ну, расскажите, поскольку, как я понял, там несколько недель назад, я даже в Фейсбуке у вас видел, вы в Черногории были. Да, здравствуйте все еще раз. Я очень рада, что такое приятное событие снова нас соединяет, и есть повод нам поговорить об этой прекрасной программе. Да, совершенно верно, Филипп, и на Фейсбуке это была выставлена информация. Я вот буквально неделю назад побывала в Черногории, и в том числе на месте строительства нашего замечательного проекта Montes Mountain Resort. Я попрошу сразу презентацию включить, я думаю, там просто и кадры есть. Некоторые можно будет. Да, и, соответственно, в двух словах хочу рассказать о впечатлениях, весьма свежих еще после приезда. Да, пожалуйста, давайте я тоже. Если у вас, друзья, что-то интересует именно вот по конкретным впечатлениям с мест, пожалуйста, Юля, задавайте. Итак, проект, о котором мы говорим, он находится на севере страны, то есть это горнолыжная история, город Калашин. Что он сейчас собой представляет? Несколько слов об этом. Ну вот, для начала, для понимания, да, хочу сказать, что в Черногории есть два основных горнолыжных курорта, и один из них – это Калашин. И также вот хочу отметить, что Калашин является самым большим горнолыжным курортом в Черногории. Montes Mountain Resort проект как раз-таки расположен в городе Калашин. Также есть две горнолыжных вершины в Калашине – это 1450 метров высотой и 1600 – это там, где расположены лыжные подъемники. Сам Калашин расположен от данных лыжных подъемников на расстоянии 10 километров. Поэтому отель Montes Mountain Resort у нас расположен именно в городе Калашин. Не на горнолыжных склонах, а именно в городе Калашин, что также делает его весьма привлекательным проектом, так как вы не обязаны находиться все время на
горнолыжных склонах, да, это то, чем отличает этот проект от других подобных проектов, а вы находитесь именно в черте города, откуда вы можете также дойти, к примеру, пешком в 10 минутах ходьбы от самого отеля до города. Что из себя представляет сам город? Это небольшой городок, весьма провинциальный, там живет на постоянной основе чуть меньше 3000 человек, а в прилегающих городках это около 10 тысяч человек, но город круглогодичный, там люди живут на постоянной основе. И до этого там уже находились отели построенные, и, соответственно, весьма это популярный как у жителей Балканов, так и у самих жителей Черногории. Это один из самых популярных направлений для горнолыжных сезонов. Как вы туда добрались? Потому что, насколько я помню, одной из таких вот, ну, фишек последних месяцев было то, что вот новую трассу строят, но вот ее то ли построили, то ли уже еще не построили. Вот именно в Калашин из центра страны, из столицы. Да, сам вот как добраться до Калашина, чтобы вот зрители имели представление. Калашин расположен в 70 километров от столицы Черногории, от Подгорицы. И ранее этот путь занимал от полутора до двух часов. Но я была одной из первых. Даже вот наши коллеги еще в Черногории не посетили данную трассу. У меня появилась возможность проехаться по уже построенной трассе, которая соединяет Подгорицу с Калашином. И время пути теперь будет занимать не как раньше полтора-два часа, а всего лишь 30 минут. То есть вы, прилетев, можете уже через 30 минут оказаться в гостинице или в городе Калашин и уже наслаждаться горнолыжными курортом. Дорога еще не закончена, само строительство, на самом деле, там еще идут заключительные этапы, но она встроена, по ней уже можно со специальным пока что еще разрешением ехать. К концу весны, к началу лета уже планируется открытие данной дороги, соответственно, туристы, которые будут приезжать, уже смогут воспользоваться данной возможностью. Сам по себе Калашин, ну, как вы говорите, город условно обжитой, но все-таки постоянно люди там живут. Какую-то инфраструктуру сейчас дополнительно, помимо отелей, там создают? Да, конечно, государство Черногории максимально сейчас вкладывается в развитие севера Черногории. Там строятся променады, вот в том числе совместно с девелоперами, которые возводят проекты и под гражданство. Также государство вкладывает максимально сил, усилий в развитие инфраструктуры, чтобы север Черногории, он и сейчас уже на хорошем уровне, чтобы становился еще больше и больше по стандартам и выше европейского уровня курортами. Вот, ну, не знаю, вы, Юля, сами горнолыжник или нет, вопрос такой, ну, условно-профессиональный от нашей зрительницы. Длительность горнолыжного сезона в Черногории, ну, по крайней мере, в тех местах. Длительность? Да. Ну, обычно это где-то полгода, где-то начиная с ноября. В зависимости тоже от сезона, иногда там и в мае еще может снег лежать. Соответственно, вы сейчас были, снег лежал. Да, в этом году, вот как Софья правильно сказала, в этом и в прошлом году снега очень много. И в тот момент, когда я приехала, прям снег шел, вот прям, скажем так, выйдя немного посмотреть на красоты, сразу становился полностью покрытый слоем снега. Поэтому снега в этом году предостаточно, и сезон, возможно, будет более продлен, чем в обычное время. Окей. Обычные года. Давайте в двух словах теперь поговорим о вашем проекте. Мы, собственно, рассказывали о нем, но, насколько я понимаю, ситуация, ну, меняется. Да, то есть хотя бы потому, что ваш проект состоял из нескольких частей. Давайте я вот сейчас скажу вот этот вот слайд включу. Вот он у нас был, где есть карта. Вот. В двух словах, что уже построено, что сейчас строится и в каком состоянии строительство находится. Да, значит, у нас отель состоит из всего 4 корпуса. Как мы видим, вот этот первый корпус, он уже начал строительство и уже строится второй этаж. Но
к сожалению, или так как сезон у нас сейчас не позволяет продолжать строительство из-за снега, мы ждем как можно быстрее, чтобы продолжить строительство, но тем не менее вот все, что уже до времени того, как было заснежено, началось строительство, и строительство шло активно. Вот, как снег пройдет, мы опять возобновим строительство, соответственно, первый корпус уже строится, а также у нас все идет, как указано в презентации, все будет строиться по плану, будет 4 корпуса. Первый корпус уже полностью зарезервирован, второй зарезервирован почти полностью, там, по-моему, один номер только остался, и, к возможности резервации у нас сейчас предоставлен третий корпус. Четвертый корпус, он не под продажу, он именно под инвесторов, локальных, внутренних этого проекта. Поэтому... И чтобы еще раз очень было понятно, значит, первая часть продана вся, вторая часть остался один номер, вот третью часть вы сейчас продаете. Что именно? Так, на данный момент, как и было, у нас есть номера трех типов. Junior Suite и президентский номер. Что поменялось, то если раньше все номера были по сумме 250 тысяч и президентский номер 500 тысяч. Что немаловажно тоже отметить, что если номер по 250 тысяч, то это может претендовать одна семья. Если номер за 500 тысяч, то можно податься на совместно две семьи под паспортную программу под президентский номер. Или, например, как тоже бывает, есть инвестор, супруга, дети, а также они хотят в эту программу включить родителей, инвесторы или супруги. Поэтому вот такой вариант, номер за 500 тысяч великолепно под эту концепцию подойдет. Что изменилось, что добавили с этого года, какие изменения? Это то, что теперь клиент сможет выбрать себе номер или только с видом на горы, или с видом на горы и река Тара, которая проект у нас построен вдоль реки Тара, которая защищается ЮНЕСКО. Поэтому может клиент выбрать соответствующий вид из окна. Разница только будет в том, что если раньше все номера были по сумме 250, то теперь с более, наверное, красивым видом это будет стоить номер 270 тысяч евро. Ну, это такое единственное изменение. Пока листал, увидел там еще один кадр, я думаю, он тоже требует неких пояснений, связанных с инвестиционной составляющей. Во-первых, вы сказали, что есть некий корпус, который вообще, условно говоря, не под программу, именно для инвесторов, то есть для тех, кто не планирует получать паспорт. Да, это я, наверное, сказала это к тому, что проект... На него возложены большие надежды, что проект строится не только на суммы инвесторов, которые хотят получить паспорт и идут под паспортную программу, а также этот проект интересен и даже с инвестором извне, который вкладывает в строительство этого отеля. Поэтому Давайте я вот этот кадр тогда попрошу вас просто прокомментировать. Он, собственно, вот во время нашей предыдущей презентации, я помню, вызвал много вопросов. Вот как можно заработать и как вообще вот эта история работает в вашем отеле? Да, так как проект Montis – это не единственный проект под программу, соответственно, есть и другие проекты, поэтому каждый проект, каждый девелопер пытается сделать свой проект наиболее привлекательным. И что привлекательно в нашем проекте Montis – это… Помимо того, что это самый большой проект вообще из всех по площади, по территории и по внутренней инфраструктуре, также этот проект вам позволяет еще и получать фиксированную доходность, которая составляет 40% от общего доходности отеля. Будет разделяться данная сумма на всех владельцев номеров один раз в год. Ну, то есть, условно говоря, если в моем номере жило больше, а у там соседей меньше, или наоборот, наверняка по закону подлости будет, что у соседей больше, а у меня меньше, я все равно получу столько же, сколько они.
Да, нужно отметить тоже немаловажный пункт, Филипп, вы правильно заметили, что не будет такого, скажем так, дискредитации некой, что вот в этом номере меньше, а в этом больше. Нет, соответственно, вообще не важно, сколько дней в вашем отеле кто прожил, в вашем номере, извиняюсь, все будет делиться пропорционально, равномерно на всех владельцев, всех инвесторов. Также прошу, хотела бы отметить тоже немаловажный пункт, это об том, какие дополнительные расходы клиент платит. Вот нас часто клиенты спрашивают, я получаю номер, какие обязанности у меня? Обязанностей по большому счету никаких, потому что все по управлению отеля расходы на себя берет сам оператор, отельный оператор Splendid. Тоже хотелось бы отметить, да, что будет управлять этим отелем Splendid, оператор Splendid, который уже существует, пятизвездочный первый отель на юге Черногории, который расположен уже более 15 лет и успешно ведет этот бизнес. Давайте сейчас как раз покажем вот эту информацию, она тоже есть. Пятизвездочный отель Woodview, и вот данный гостиничный оператор будет управлять отелем Montes Mountain Resort, что означает, что опыт у них уже большой, и они прекрасно знают, как сделать наиболее финансово выгодной моделью данного отеля. Вот, что еще? Вы предлагаете, предлагали опцию для тех, кто приобрел вот, апартаменты в новом отеле, вот в зимнем, назовем его так условно, получает право там на протяжении нескольких лет жить вот в летнем отеле на протяжении недели или двух, какие условия были у вас? Да, также пока будет строиться отель до 2024 года, пока будет строиться отель Montes, владельцы номеров в отеле Montes имеют возможность бесплатно проживать одну неделю в отеле Splendid на юге. После того, как отель будет построен, наши владельцы номеров в отеле Montes смогут проживать один месяц в году бесплатно в отеле Montes. И также вот я еще не завершила по предыдущему вопросу, что нет никаких расходов на управление, клиент, владелец номера ничего не платит. Все это покрывает сам гостиничный оператор, что немаловажно, что не будет никаких дополнительных там расходов, или только мы надеемся, что только доходы в размере 40%. Скажите еще два момента. Не прозвучала информация по срокам завершения строительства. И вот вы сказали, что ну, там, первая, вторая очередь, они уже там, ну, если не близки к завершению, то, по крайней мере, там видно, что происходит. А все будет сдано в разное время, когда первый, когда второй, и когда отель начнет вообще работу. Изначально будет планироваться первый корпус, строиться и открываться там, где будут уже конференц-залы, рестораны, также номерной фонд. Это все будет в первом корпусе. Непосредственно дальше будут уже достраиваться остальные части проекта. Но уже на момент того, вообще к 2024 году планируется построить отель, и они не выходят пока что, и мы надеемся, что и не будут выходить из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств в плане там погодных условий, да, что это будет все у нас соответствовать, идти по плану. Пока все идет по плану, к 2024 году проект должен будет полностью быть завершен и открыт. Я давайте еще несколько кадров включу. Они, насколько я понимаю, все-таки еще не зимние по всему судя. Это кадры там, летние, там сколько уж месяцев назад сделано. Это, ну, очевидно, что это, да, это начало. Начало строя, это когда год назад примерно было? Да, 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 примерно. Это в прошлом году только начали они, и есть уже дальнейшие кадры, да. И есть еще и зимние кадры, уже более близкие. А, ну вот это вот, 12 февраля 2022 года. Ну что ж, да. Стройка началась, стройка идет. Ну, зимой вы сказали, ну, просто по техническим соображениям. Из-за снега, да, будет невозможно. Еще тоже хотела отметить один момент касаемо плюса данного проекта отеля Montes Mountain Resort. Это то, что он расположен на весьма большом участке, на почти 1,5 гектара составляет. И, как я уже отметила, проходит рядом река Тара, ну, отель вдоль реки расположен. Соответственно, не будет никаких вокруг построек и частных секторов, что немаловажно. То есть территория отеля, она, можно сказать, будет абсолютно как, если уединенная. Дикая природа, но при этом рядом с городом.
Потому что, например, другие отели своим предлагают своим будущим там владельцам или уже нынешним, это только комната, где вы сможете, не знаю, там спать, оставаться в отеле, плюс, может быть, один ресторан и там комната, куда сложить лыжи. И вокруг территории никакой нет. В чем отличие вот этого проекта, немаловажно, это что здесь будет полный комплекс услуг. И даже будет там кинотеатр в самом отеле, и это будет кинотеатр, возможно, даже для на уровне городского кинотеатра, что туда смогут не только приходить сами владельцы номеров или там туристы, но также и посетители города. Соответственно, будет доступна полная инфраструктура, как рестораны, как конференц-залы, как бар будет тоже там в этом отеле, спа и тренажерные залы, все возможные спортивные. Окей. Еще один вопрос. Программа Черногории ведь предполагает, ну, по крайней мере, допускает возможность для собственника через там, некоторое время, я не очень помню, фиксированный срок или нет, купленный объект продавать. Причем, как я понимаю, продавать-то можно, там нет ограничений, кому именно, но у многих проектов есть, ну, по крайней мере, они так изначально декларируют, возможность программы обратного выкупа. Тем самым, ну, как бы подчеркивая, что застройщик сам заинтересован в том, чтобы зарабатывать на проекте. Есть ли в данный момент у вас сейчас такая программа, и как-то вы ее анонсируете или пока еще нет? Это как байбэк-опция. На данный момент такую мы не предлагаем, но у клиента будет возможность после того, как проект будет завершен, продавать свою недвижимость. Только там будет в договоре прописано, который клиент подписывает, о том, что первая рука, право руки покупки – это у инвестора. И он должен предложить первому, не кому он захочет, да, соответственно, там, а первому, кому он обязан предложить, это будет инвестор. Если он... Застройщик, то есть компания. Ну, застройщик, да, компания. Застройщик. Компания. Если застройщик посчитает, ну, владелец отеля посчитает нужным выкупить, то у него первая рука, право руки. Стоимость вот этого, она как-то фиксируется или имеется в виду выкуп по той же самой цене, за которую ты купил? Послушайте, это уже то, за сколько вы предложите, это ваше личное право. Там нет никаких ограничений. Единственное, что, если, допустим, вы предложите, как по контракту, да, первое, вы кому предложите, это инвестору, который застройщику, если вы предложите, допустим, за сумму 250, то и инвестор-застройщик откажется, то вы не имеете права предлагать по более низкой стоимости. Ну, понятно, то есть это как... Если вы сумму сами устанавливаете, но вы обязаны предложить застройщику, потому что у него будет возможность такая выкупить у вас при... желание. Важный вопрос от нашего зрителя. Если по результатам за какой-то финансовый год отель получит убыток, ну вот последние два года у нас пандемия, ну всякое бывает, и далеко не всегда отели заполнялись, в частности, из-за этого. Будут ли инвесторы солидарно покрывать этот убыток, или они участвуют только в прибыли? Как я сказала, расходов никаких не будет, только доходы. Поэтому если это убыток, это уже в финансовой модели все просчитано, возможные убытки. Просто клиент не будет получать никакой прибыли в случае, если будут убытки. Окей. Хорошо. Друзья, я еще раз попрошу сейчас опубликовать контакты Юлии в чате. То есть, если какие-то есть дополнительные вопросы по проекту, ну, в двух словах, я правильно понимаю, что вы работаете сейчас в Москве, у вас есть офис, куда можно прийти, там познакомиться, выбрать, или, ну, это удаленно можно сделать, как построить с вами работу, если кто-то заинтересован уже в приобретении. Можно построить работу, как и прийти в офис, так же и удаленно, абсолютно, как удобнее клиенту. Мы работаем и в таком. Вот из Фейсбука сейчас поступил один вопрос, довольно занятный, видимо, по каким-то причинам человека интересует не гражданство, а именно инвестиционная составляющая. А так вот как действовать, вот очень заинтересовал этот четвертый корпус, который как бы для инвесторов, там просто предложение по цене ниже, чем... Он просто не продается. То есть... Корпус будет, он просто не в продаже, да. Если есть клиенты или желающие инвестировать вообще, в принципе, также могут обращаться, у нас также есть и... Помимо этих проектов есть также проекты, которые можно предложить под инвестиции. Окей. Хорошо, тогда контакт, пожалуйста, опубликуйте, и мы продолжаем. Софья, давайте еще с вами несколько вопросов. Вот
Это такой тоже немножко эмоциональный момент, когда мы с вами в конце ноября прошлого года говорили, что все, там последние недели, вот был этот некий ажиотаж. Потом 30 числа там люди говорили, ну что же это такое, вот мы спешили, а сейчас вроде как и спешить-то уже не надо. Все-таки с чем связано вот финальное продление? Насколько оно связано с тем, что ну, слишком мало людей относительно вот той изначальных показателей в 2000 семей, которые могли претендовать на гражданство, успели войти в программу? Ну, знаете, Филипп, тут из тех, кто спешил, тот сэкономил 100 тысяч евро. А кто до сих пор раздумывает, тот будет платить на 100 больше. Так что та самая спешка, она была компенсирована хорошей экономией в практически 8,5 миллионов рублей. Ну, в общем, это того стоило. Почему, в принципе, продлили программу? Ну, потому что это один из приносящих продуктов доход в государство, в казну. Столько инвесторов, столько инвестиций, которые получило государство, столько инвестиций в девелоперские проекты, и, ну, вот Юлия не даст соврать, все они видны. В зависимости от того, как был авторизован тот или иной проект, начиналась стройка. И так как государство за всем этим следит и наблюдает, стройка идет. И все проекты, ну, есть несколько, которые сошли сразу с дистанции, мы их даже не будем обнародовать и про них говорить. А те, кто принял на себя обязательства, они все строятся, и они все придут к финишу. Это очень круто. Кстати, из нескольких проектов, которые были одобрены одними из первых, еще в начале 2020 года, в продаже у них осталось всего лишь несколько, там можно по пальцам пересчитать, сколько номеров. У Монтиса мы, например, как Apex Capital в прошлом году продали нереально много номеров в Монтисе. Объясню тоже почему. Потому что Монтис вобрал в себя все те плюсы, которые должны были бы быть у девелоперского проекта под эту программу, но отсутствовали у многих их конкурентов. И тем самым, придя к авторизации в 2021 году летом, получилось так, что Монтис предложил, выпустил на рынок такое предложение, которое стало уникальным из всех предыдущих. Поэтому вот появилась та самая возможность не платить ежегодные некие взносы, проживать один месяц и много-много других приятностей, которые Юля перечислила. Что касается квоты, квота не выбрана. Мы не дошли вместе с нашими коллегами по цеху, у нас всего 3 в мире лицензированных агента, мы не перевалили за 1000 апликантов. Под апликантом я имею в виду семью. 2000 заявлений не имелось в виду человек. 2000 – это именно файлов. Так вот, почему же нужно разбрасываться такой возможностью заработать еще государству? И они приняли, ну, по нашему мнению, очень правильное решение, потому как разбрасываться такими деньгами было бы просто банально глупо. Традиционно еще в прошлом году мы говорили о том, что программа Черногории требует присутствия человека в стране, то есть он должен там оказаться перед получением паспорта, но изначально он может начать существенную часть всей процедуры пройти, никуда не выезжая. Можно несколько слов об этом, какой все-таки сейчас порядок действий, что зачем следует? Вы вообще можете никуда не выезжать до момента получения одобрения. У нас есть клиенты из Якутии, из Владивостока, которые в жизни никогда, мы их не видели в нашем офисе на Ленинском 25 в Москве. Не видели. Мы все это делали по Zoom, по Skype, по WhatsApp и в переписке. То есть подготовка документов, подача документов, все это идет без клиента. Мы выделяем юриста, который курирует вопрос сбора всех документов и подготовки файла. Клиент может заниматься этим сам, может выделять тоже некое уполномоченное лицо, которое коммуницирует с нашим юристом. Когда документы готовы, все улетает в Черногорию, там они обрабатываются тамошним переводчиком на черногорский язык, нашими юристами в черногорском офисе в Подгорице, и осуществляется вот открытие, то, что мы с вами обсуждали, эскроу счетов, подписание договора выбранного девелопера и подачу в государство. И опять-таки человек никуда не летит. И потом проходит
4, 5, 6, в разных случаях по-разному месяцев, мы получаем одобрение, это бумажка такая одна, она в электронном виде, где сказано, что возрадуйтесь, ваш аппликант одобрен. И вот тогда начинается как бы, ну, а-ля отсчет времени. Где-то месяц-полтора уйдет на выпуск сертификатов о гражданстве. И после того, как мы получим уведомление, что сертификаты о гражданстве выпущены, а это главная бумага, которая свидетельствует о том, что государство Черногория даровало вам гражданство своей страны, после этого можно прилетать. Нас нужно уведомить за 4-3 дня, как бы минимум и максимум. А можно рассчитывать на тот срок, который вам удобен. Вы можете прилететь через полгода, через год. Как только сертификат о гражданстве есть, вы больше не беспокоитесь, у вас есть гражданство. А за тревел-документами прилетаете, когда вам удобно. А где выдают эти тревел-документы? Подгорице. Подгорице, министерство, в МВД вообще выдают документы. Мы ведем за ручку наших аппликантов сначала в министерство на сдачу биометрических данных первым утром, когда человек прилетает. И на следующее утро ведем в нужную инстанцию за получением красных корочек паспортов. В итоге человек улетает с сертификатами, это бумажки еще раз А4, с паспортами и со всеми оригиналами всех документов, которые были когда-либо подписаны от имени нашего клиента в Черногории нашими юристами. Ну и еще тогда уточняющий вопрос. Значит, есть как-то три вида платежей. Собственно, за недвижимость. За вот платежи ну, в адрес государства, фонды и пошлины. Верно. В каком порядке из вот с того момента, все, допустим, документы у меня собраны, я вам привез, в каком порядке я эти платежи осуществляю и на протяжении какого срока, потому что, ну, понятно, там взять разом, может быть, кому-то всю сумму не совсем удобно, это что же деньги. Тоже понимаю. После того, как документы собраны, тут немного времени на раскачку остается у человека. Нужно все-таки аккумулировать эти средства и переводить их в евро для того, чтобы быть готовыми в течение, ну, где-то месяца с небольшим все это отправить в Черногорию. Первым идет платеж пошлины. Как только документы поехали, полетели DHL-ем в Черногорию или любым другим средством передвижения, вот в этот момент должны отправиться пошлины. Они отправляются на локального агента, мы в обязательном порядке должны получить деньги на свой счет. С черногорскими платежами есть всяческие заморочки, потому что им достаточно сложно деньгам проходить банковские разные препоны и напрямую попадать в черногорские банки. Там есть свои нюансы. Деньги не должны идти через корбанки в санкционных промежуточных банках и так далее. Мы с этим всем помогаем, но иногда средства застревают и возвращаются человеку обратно на счет в его российском или ином банке. И тогда нужно опять делать повторную и даже иногда третью отправку. Вот с этим мы постоянно боремся. Здесь есть свои такие шероховатости в прохождении средств. После того, как все упало нам на счет, мы делаем перечисление средств пошлин в департамент, как только мы получим требования на это. И после того, как документы все получены в Подгорице, переведены на черногорский, нотариально заверенный договор подписан, там не один договор, а иногда у девелопера бывает вот такая куча, папка документов, которые обязательно нужно инициализировать нашему человеку от имени клиента по доверенности. Открываются эскроу-счета, это пару дней. Ну и вот где-то после 2 недель максимум, после попадания документов в Подгорицу, должны пойти основные платежи на 3 эскроу-счета. Три – это… Девелопер, один еще фонд, второй фонд. Понятно. Несколько вопросов пришло от наших зрителей. Давайте уточним. Так, я на все вопросы ответил, может быть, не в том порядке, в котором они поступали. В настоящий момент, насколько я знаю, шла речь о том, что для выезда в ЕС гражданам Черногории придется получать специальное разрешение, аналог визы. Так ли это? Нет, это, наверное, речь идет о той системе, которую вводится в
в принципе, она общемировая будет, и американцы тоже должны будут заполнять свои данные в этой самой системе. И черногорские граждане, и израильские, и Великобритания, и все прочие. Это будет одна система на весь мир. Поэтому для того, чтобы въехать в ЕС, нужно будет ввести свои данные, что вы туда едете. Это не виза. Въезд для черногорских граждан в страны ЕС-Шенген без визов. Возможность пребывания 90 дней в полугодие. Великобритания по визе. В США до 10 лет можно получить визу и есть возможность получения неиммиграционной бизнес-визы Е2. Есть ли какая-нибудь статистика по росту или снижению стоимости жилой недвижимости, апартаментов и апарт-отелей в Черногории? Насколько различается эта динамика на побережье и на севере? И вообще, вот, Юля, на севере, ну вот много чего начали строить, а уже что-то построено это было там 3 года назад, 5-7? Да, хотела еще тоже вот сказать о том, вот я сейчас побывала и поговорила с местными жителями в Черногории, но это на самом деле тенденция не только Черногории, а вообще большинства стран. Казалось бы, пандемия, казалось бы, были закрыты границы, и многие с работы было не лучшие времена, но цены на недвижимость, как ни удивительно, растут, и в том числе и в Черногории. Растут они на юге, а также будет, помимо того, наблюдаться рост цен на севере, так как, я уже повторюсь, государство активно вкладывается в развитие инфраструктуры на севере, плюс строительство новых отелей, удлинение и увеличение горнолыжных трасс, что приведет к увеличению потока туристов. И да, Филипп, еще хотела сказать по поводу отеля «Монтис», то я про Калашин сказала, про горнолыжный курорт, и хочу еще сказать, что именно отличает отель, потому что одно дело рассказывать о возможных проектах, и те, кто хочет, там, только заинтересовался инвестировать, а есть также уже потенциальные клиенты, которые весьма подробно изучают проекты, которые предоставляются под эту программу. Поэтому вот хотела бы самые такие отличительные черты сказать про, да, пожалуйста, проект. Я еще не упомянула тот факт, что у отеля «Монтис», у проекта «Монтис» имеется банковская гарантия. Не все проекты под программу имеют банковские гарантии в размере 2,5 миллионов евро, что тоже укрепляет, так как часто клиенты тоже задают такие вопросы, а если отель не достроится, а что если? Соответственно, отель «Монтис» достроится, так как в том числе он имеет банковскую гарантию, помимо своих инвесторов. Также это отель, как я повторюсь, самый большой из всех предоставляемых под программу отелей. Проект находится не на горнолыжном склоне, как другие отели, а в черте города, что позволяет отелю быть круглогодичным отелем. Соответственно, инвесторы потенциальные и уже нынешние, они будут иметь возможность зарабатывать большую сумму денег за счет того, что отель круглогодичный. Плюс еще будет государство инвестировало в строительство променада вдоль реки Тар, который будет начинаться как раз-таки от отеля «Монтис». И гости города, гости отеля смогут также наслаждаться этими красивыми видами вдоль променада. Есть клиенты, когда тоже часто спрашивают, а вот у вас отель находится не на горнолыжном склоне, вот, соответственно, как я буду добираться, чтобы кататься каждый день на лыжах? Также имеется на этот счет ответ. У отеля будут шаттл-автобусы, которые будут довозить до горнолыжных склонов. Это недалеко, будет занимать время около 10-15 минут. А также будет строиться в планах, также это государственные инвестиции, будет строиться как некий фуникулер, который будет доставлять прямо от отеля напрямик на горнолыжный склон, что также, в принципе, весьма привлекательная перспектива для тех, кто заточен на горнолыжный спорт, скажем так, и на горнолыжный отдых. Окей. Так, Юля, смотрите, еще пара вопросов есть. Думаю, что и к вам, и к Юле, кто сможет ответить. Ну, такой популярный вопрос. После получения сертификата о гражданстве становится ли инвестор автоматически налоговым резидентом Черногории? Нет, не становится. Для того, чтобы стать налоговым резидентом Черногории, нужно прожить в Черногории 183 дня. Вообще, ну, там мало кто отслеживает на сегодняшний момент данное проживание, поэтому вы должны четко понимать, что вы для того, чтобы стать налоговым резидентом в другой стране, вы должны, во-первых, перестать быть налоговым резидентом в своей стране.
пока вы остаетесь им в Российской Федерации, вы им и будете являться. Еще нужно напомнить, что есть договор об избежании двойного налогообложения Черногории и Российской Федерации, еще югославский. Он пока работает. Что будет после вступления страны в Евросоюз, сказать сложно, но все пока действует. Я просто добавлю еще, ну, кажется, на одном из предыдущих вебинаров по Черногории касались этого вопроса, отвечая на запрос о ценовой динамике. Юлия абсолютно правильно сказала, Черногория в этом смысле абсолютно в тренде. Практически все государства, ну, Западной Европы, так точно, да и Восточной, их рынки недвижимости растут, в том числе и стоимость недвижимости растет. Но вот в Черногории это вечная проблема, и мы, как там средства массовой информации, прямо ужасно переживаем по этому поводу. Статистика из Черногории приходит чрезвычайно специфическая. Во-первых, черногорцы, в отличие от многих других, от большинства стран, у них почему-то нет, ну или очень скудная статистика по вторичке. В основном речь идет о новостройках. Вот новостройки, последние цифры, по-моему, около 20% роста за прошлый год, за 2021. Но справедливости ради надо сказать, что до этого, в 2020 году, та же статистика показывала падение. И в значительной степени это было связано с тем, что отслеживают только новостройки. Новостройки, например, в 2020 году сдавались крайне скупо, в 2021 активно, и плюс-минус появление одного, там, двух-трех объектов в этой статистике драматически снижает параметры ценовые. И поэтому, к сожалению, объективно можно сказать, что да, цены растут. Насколько, какие параметры? Ну, вот здесь уже, к сожалению, по Черногории надо быть очень-очень осторожным. Ну, да, да. Филипп, еще хотела добавить, это же немаловажно, что тенденция к росту цен является тот фактор, что люди сейчас стали активно приобретать недвижимость за рубежом, ну, чтобы аккумулировать свои денежные потоки, а плюс еще, чтобы иметь как некий дом для отдыха, я не знаю, или как в курортном месте, чтобы когда во время каких-то опять, не дай бог, возможных ситуаций, всегда можно было взять и уехать в страну, где солнце, где тепло, где прекрасный воздух, климат и море. Это немаловажно. И для этого они как раз еще и получают паспорт, о котором мы сегодня и говорим. Да. И тогда еще один вопрос. Ставка процента налога на доходы физических лиц в Черногории. Если такая цифра у вас есть, владеете ей. 15% ставка налога. Угу. С этого года сначала, с первого. 22-го. Да. Окей. Ну что ж, друзья, как и обещали, час вроде укладываемся. Я хочу, значит, еще разочек в двух словах буквально подытожить. Давайте, что это я буду делать? Давайте-ка, Софья, Юля, вы будете подводить итог. Пожалуйста, Юля, несколько слов еще тогда о проекте. Какие у вас сейчас... Да, Филипп, спасибо, благодарю. Еще хотела тоже сказать такой немаловажный момент. Клиенты, которые у нас покупают, резервируют и приобретают под гражданство номера в проекте Монтис, и которые желают жить больше, чем один месяц, допустим, да, в отеле, или иметь свою собственную недвижимость и не сдавать, у них прекрасно есть возможность также приобретать параллельно недвижимость в Черногории, в чем мы тоже можем помогать. Поэтому, когда клиенты спрашивают, могу ли я жить там постоянно в отеле, такой, к сожалению, возможности вообще на севере ни один проект не предоставляет. Но, как одна из опций, вы приобретаете себе, можно сказать, гражданство, так назвать, плюс получаете доход от отеля 40% после того, как он начинает в полной степени функционировать, и плюс еще приобретаете недвижимость в Черногории, куда вы сможете приезжать и на постоянной основе там жить при желании. Такие опции тоже предоставляются клиентам, да, которые переживают о том, что они не смогут постоянно находиться в купленном номере отеля. Ну да, такая действительно схема есть, многие именно так, то есть покупают себе в том числе и что-то небольшое для себя, тем более, что, в общем, цены в Черногории, ну, относительно демократичные. Софья, пожалуйста, в двух словах подытоживай, что все-таки, как правильно поступать с программой и со всей вот этой вот паспортной историей, что, собственно, изменилось, может быть, для тех еще, кто опоздал к началу нашей передачи. Но как с ней поступать, Филипп? Задуматься сейчас, принять решение завтра и прийти к нам в понедельник.
а дальше мы ответим на все вопросы, поможем. Мы предоставляем, кстати, полные калькуляции для любого количества членов семьи, для того, чтобы у человека было перед глазами то количество платежей, которые ему предстоят по программе, чтобы не было такого, что сегодня мы предоставляем несколько цифр, завтра мы добавляем еще парочку. Я вот сама, как клиент многих компаний, ненавижу, когда мне вдруг сообщают, что, ой, мы, извините, забыли вот об этом вас предупредить. Мы такого не делаем никогда, потому что относимся к своим клиентам как к себе. Поэтому калькуляция с нас, список документов с нас – полная консультация по всем вопросам, касающимся программы самой, всех ваших родственников, которых хотелось бы взять, можно, не можно, вашей ситуации до подписания любого контракта, она также с нас, потому что это и нам выгодно брать в разработку, в оформление только тех аппликантов, на выходе, за которых мы получим, на которых одобрение, одобрение по гражданству. Поэтому милости просим, подписывайтесь на наш телеграм-канал, кстати, Apex C, мы там много новостей постим из жизни как раз рынка второго гражданства. Будьте с нами, спасибо, Филипп, спасибо, Приану, спасибо, Юлия, Монтис. До встречи. Черногория. Спасибо. Значит, контакты мы здесь опубликовали. Я с удовольствием благодарю наших очаровательных участниц вебинара. Юлия Готская, представитель Montes Mountain Resort by Splendid. И проект, который частично уже в значительной степени уже распродан, но еще есть возможность что-то приобрести, в основном, как я понял, в третьей стадии проекта. Юля очень подробно рассказала, и, пожалуйста, вы можете обратиться в компанию Montes, ну и Софья Силина, вице-президент Apex Capital Partners по России и СНГ, та компания, которая, собственно, занимается, можно назвать словом технический, но знаете, занимается решением задачи по получению черногорского паспорта. Коль уж эта задача понятная, но от этого она, к сожалению, может, к счастью, не становится абсолютно уж простой. Спасибо вам большое. Филипп Березин, Приан.ру, недвижимость за рубежом. Встретимся в ближайшее время на наших вебинарах и на выставках в Москве по зарубежной недвижимости с начала марта. Практически каждую неделю что-то интересное в столице будет проходить. Там и пересечемся. Софья, Юлия, до свидания. Друзья, спасибо вам огромное за участие в нашем вебинаре. Спасибо.